Там, где лежала вековая пыль, сегодня свежие газоны. На бульваре Евскина работники жилищно-коммунального хозяйства обкладывают газоны бордюрным камнем по периметру – 140 метров. Газоны отсыпали и засыпали черноземом, высадили молодые ели. Это замечательно, и благодаря нашему мэру, да, спасибо ему огромное, что на самом деле вокруг наших домов стала появляться зелень, а то и так как бы маловато, да? Вроде и живем, когда все ветром продувается уже вот более 10 лет. Ну, конечно, не хватает, и детям негде поиграть. Ну и воздух становится чище. На самом деле, искренне спасибо. Молодец, то, что мэр взялся за эту программу озеленения вот такими хорошими темпами. Ну, даже, может быть, темпами, которым мы напоминаем наш мегаполис, нашу столицу, Москва. Там тоже когда-то так резко взялись, и так красиво сейчас все, целые парки, аллеи появились. И у нас это уже замечательно. Столько вот труда, столько энергии, столько внимания с его стороны. Благоустройство ведут и с другой стороны многоэтажки. Теперь из окон обеих сторон дома видно красивые клумбы. Завершение работ с нетерпением ждут все жители микрорайона. Это хорошо, конечно. Ну, весной надо работать, чтобы летом красиво было. Я уже 10 лет живу. Да. Только сейчас активная работа пошла весной. Завершить работу по установке бордюров планируют к концу марта. После того, как газоны будут полностью готовы, работники восстановят асфальт и тротуарную плитку. Пока заниматься этой работой бессмысленно. Работает тяжелая спецтехника. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.